Первые медали завоевали украинские спортсмены на Всемирных играх кочевников в Кыргызстане. Евгений Прудник в армрестлинге выиграл 2 золота, победив в поединках на правой и левой руках. Алексей Кушнир в масс-рестлинге завоевал бронзу. Подробнее расскажет Олег Шумейко. Масс в переводе с якутского – деревянная палка. Именно за нее двумя руками цепляются соперники во время поединка. А рестлинг – слово английское, означает «борьба». Масс-рестлинг – вид спорта, который придумали в Якутии. Принцип прост. Нужно вырвать палку из рук соперника или перетянуть его на свою сторону. Для полной победы нужно сделать это 2 раза. Украинец Алексей Кушнир занимается масс-рестлингом с 2015 года. Дома он непобедимый 4-кратный чемпион. Говорит, чтобы выиграть у соперника на помосте нужно... Чтобы мозги не выключались в борьбе, потому что сильно много ситуаций, где можно попасться на уловку, где можно кого-то словить на этом. И надо, конечно, сила, физическая сила. Причем, если в армрестлинге залог успеха сильные руки, то в масс-рестлинге этого мало. Масс-рестлинг – это тот спорт, в котором включается даже сила мышц шеи. Когда соперник дает хорошую натяжечку, то работают все мышцы. Спина, ноги, кисти, сильно забиваются предплечья, плечи. Все работает. Алексей Кушнир в категории до 75 килограммов завоевал бронзовую медаль. А Ирина Заславская в своей категории равных себе не встретила. Первое место. Олег Шумейко, Дмитрий Борщ из Кыргызстана, UATV.